У Магілёве подведены выники республиканского тыдню установ додатковой адукации детей и молоди. Он проходит штогод на початку вересня по всей Беларуси. Провести фестиваль талентов, идей и майстерства педагогичных работников сёлета выпал гонор Магілёўшчыне. Гости из усіх областей Беларуси, а так само с Калининградской области России с захоплением переймают опыт. Беларусь – крыница натхнення. Под таким девизом ладится сёлета фестиваль талентов, идей и майстерства педагогичных работников додатковой адукации детей и молоди. Узбережье раки Дубровенко переутворилось у творчую пляцовку. Тут прошли презентации гуртков и объединения по интересах разных профилей с кусью Могилёвской области. Все восхищаются увиденным, потому что многообразие направлений деятельности, очень много инновационных направлений, интересные техники, педагоги, профессионалы, педагоги очень талантливые, которые умеют увлечь ребят и это делают с душой. Летась фестиваль установ додатковой адукации ладился у Гомельской области. Сёлета специалисты с усёй Беларуси, а так само гости с Калининградской области России приехали переймать опыт на Могилёвщину. У Могилёвской ратуши их так само чекал приемный сюрприз. Интереснейшая история Могилёва, она не просто передается детям, да, в виде уроков или каких-то занятий, а дети знают об этом, участвуют в этом и умеют показать. Есть народная хорошая мудрость. Умела готовать, не умела подавать. Так вот, система дополнительного образования детей и молодежи и готовать умеет, и подавать умеет. Эстафету подведения выников республиканского тыдня установ додатковой адукации детей и молоди Могилёвская область передала Брестской. Павел Савицкий, Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев. Новини регион.